Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Передо мной находится устройство Poco M4 Pro. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве отключить зеркальный эффект в камере. Ну, либо включить. Для этого включаем нашу камеру. Далее нужно ее перевернуть на фронтальную. Переходим в настройки камеры и отключаем зеркальный режим, либо включаем, как вы хотите. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.